Друзья, всем привет! Хочу показать про вот эти направляющие для выдвижных ящиков. Заметил, что на YouTube никто не рассказывает, как правильно их устанавливать. И многие, когда сами хотят собирать мебель, они путаются, как же правильно поставить вот эти направляющие, по которым ездит ящик, да, с другими направляющими, да, ну тут в рельсе. Об этом на YouTube, ну, никто не рассказывает, просто говорят, вот поставить так-то, так-то. Я хочу вам подсказать, чтобы вы знали, если вы самостоятельно решили мебель собирать, вот, допустим, купив комплект в коробке, ну вот как вот там вот, да, а как правильно их ставить. Во-первых, на лицевой части изделия, вот панели, да, всегда вот здесь оно гладенькое, с другой стороны оно шершавенькое, вот здесь вот, да, вот здесь кладется крышка, вот это обычно вверх на тумбочках, в данном случае это тумбочка, а вот это вот низ, здесь вот дно прикручивается на евро болты, вот они вот такие, дно прикручивается, а здесь вставляются шканты вот эти эксцентриковые, да, которые зажимаются вот этим непосредственно эксцентриком. Так вот, смотрите, как правильно крепить вот эти направляющие. Всегда колесиком вперед, вот по соотношению к этой кромке, да, отделанная которая, да. Вот этот флажок, видите, такой вот штучка, вот так вот, видите, он наверх идет. Вот, вот так. Вот запомните, это вверх. По отношению вот к верху, то есть вот здесь крышка, то есть вот это вот всегда будет вверх, а вот это всегда в сторону дна, в сторону пола. Запомните, многие путаются и начинают ставить по-другому, допустим, да, там, ну, справа налево, слева направо, и получается, что вот так вот неправильно, да, ставят они вот эти направляющие флажком вниз, ну, в общем, все наоборот делают. А вот проще всего вот так вот. Обычно на корпусной мебели уже разметка есть, вот она. Если ее нету, ну, сами тогда замерьте по ящикам. Но обычно есть, как бы сейчас нет такого, что нет разметки. Она может быть, кстати, условно совсем не глубокая. Вы ее шилом подкните, чтобы туда сразу вставлялся саморез, чтобы он не соскакивал, или вот как я в прошлом видео показывал пробойником, выбивайте вот керном, да, накерните, и вот видите, как вот саморезик стоит, вот я вставил, вот он. Удобно потом шуруповертом раз и все зажали, все, ну, затянули. Ну вот я даже сейчас покажу вам, опять же, в кадре этот шуруповерт. Как раз вот такой формат шуруповерта в сборке мебели самый удобный, да. У меня вот еще батарея 10,8, это старая, да, батарея, а есть у меня докупленная новая батарея 12,5, по-моему, они переписали. Это еще не бесщеточный шуруповерт, но не умирает, не хочет умирать, живет, работает. Уже много видов повидал, но как-то вот в мебели это самый-самый оно. Я как раз сейчас вот сборщик мебели, тоже вот повышаю квалификацию в этой жизни по сборке мебели. Вот, кстати, вот этот вот тот самый набор бит, который я говорил, тоже все под рукой, очень удобно. Вот он, видите, со всеми переходниками, ну, любой битой можно, которой нужно пользоваться. И вот спокойненько можно вот таким арсеналом, инструментом таким работать. Вот это намагничиватель, который я говорил, он позволяет как раз удерживать саморез. Сейчас покажу, как это он удерживает, и покажу, вот как вкручивает. Смотрите. Вот видите, сработала трещотка. И вот так вот уже в размеченные отверстия быстренько все это дело вкручиваете. Ну и, соответственно, вот это вот удобно, опять же повторяюсь, может быть, ну, кто-то, может быть, не видел. Вот видите, взял вот так вот, раз, допустим, вот гвоздик лишний, ну, зато приклеил, вот видите, не падает. Вот можно вот так вот, раз, сразу прицелиться, вот так вот.
достаточно удобно все. Вот такой вот как бы способ, может быть, кому-то это пригодится. Запоминайте, еще раз повторюсь, вот это флажком вверх, всегда вверх вот эти направляющие. И на ящиках направляющие тоже в соответствии вот с этой уже устанавливаются, с этой направляющей. Это в следующем видео, может быть, я вам покажу, кому интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Надеюсь, всем это когда-то пригодится. Вы столкнетесь 100% со сборкой мебели по-любому. Всем пока.